Всем хай, ребятки, с вами Антон, и добро пожаловать на обзор моего склада в 2020 году. Ребята, очень важная информация. В честь Нового года админы реально завезли огромнейшие бонусы к прокачке аккаунтов. Прикиньте, вы всего лишь за час игры, за час можете прокачаться до ветеранов любого сервера. То есть вы можете просто потратить час на прокачку и уже через час играть РФ с своими друзьями на любом абсолютно сервере. Абсолютно на любом, это я вам гарантирую. Вы спросите, Антон, что нужно для этого сделать? А я вам отвечу, ребят. Вы просто открываете мое любое видео, переходите в описание и, допустим, видите пушки серии Магма. Жмете правой кнопкой по ссылке, открыть режим инкогнито, вас первый раз на такую страницу, тут жмете перейти на сайт. И вуаля, открывается такая страница, вы жмете испытать удачу. И вам, запомните, гарантированно выпадает золотой кейс, в котором вас будут ждать пушки серии Магма. Это АЦР, Мосберг, Аскараль ПДВ, Х-Магма, Глок, Кукрема Чета и шлема из серии Магма на все классы. Вы жмете регистрация, дальше жмете создать новую почту и регистрируете непосредственно почту, что угодно там вводите, там фамилия, имя и так далее. Просто потом вводите код с картинки и жмете зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрировали почту, жмете просто зарегистрироваться. И все, пушки серии Магма на 7 дней будут ждать вас на аккаунте. Дальше опять же открывайте любое мое видео и находите в описании пункт VIP на 7 дней привязать телефон к аккаунту. Жмете по этой страничке, у вас открывается эта страница и вы просто вводите сюда свой номер телефона, и вследствие чего вы получаете випку на 7 дней. Дальше, ребят, вы переходите в описание, находите пункт супер випка за 30 рублей. Переходите, жмете по ней, и у вас первый раз на официальной странице лодога, и тут вы просто покупаете випку. Жмете купить, то есть, ну, это опять же, если вы хотите прокачаться за час, то супер випка вам реально необходима. После этого вы проходите любую PvE миссию и уже идете на гидру вместе со своими друзьями. И за час игры, то есть вы доходите просто два раза до 20-го как бы этапа, там сливаетесь, и вам дают там, по-моему, 150 тысяч опыта. И через две катки вы уже будете на серверах ветеранов, то есть на ветеранах вы будете играть. Вы можете играть РМ, что угодно можете играть. И так, кстати, действует только до 8 января, так что поторопитесь, ребят. Также, ребятки, не забывайте играть в счастливые часы, и уже через час вы будете на ветеранах любого сервера. Ну а всем приятного просмотра. Начнем, пожалуй, с класса штурмовик, не будем тянуть. Как видите, у меня есть, как бы, берет АРХ, это мое оружие, как бы, самое любимое. Вот, у меня есть на него скины почти все, а да, даже все скины есть вообще, то есть... Абсолют, там, опенкаповские, стужи, все это у меня имеется. А что еще из доната у меня есть на складе? У меня есть Стенфилд, тоже донаты, но на него только один скин. Вот такой опенкаповский, очень он мне нравится. Вот, и... Что у меня еще есть донаты на штурмовика? Вроде как... А, вот Стонер я выбил, кстати, его, по-моему, с одной... А, нет, с пяти коробок, просто случайно открыл. Вот, вообще топовая пушка, на самом деле, я не знаю, почему я с ней не играю. Просто игра с билетой, вот, есть F90... Вот, но с F90 практически никто не играет сейчас, она типа не имбовая, не такая имбовая, как АК-12, поэтому она просто лежит пылиться. Еще у меня есть Enfield Triumph, вот, но я с ним тоже не играю. Вот М-ка есть, М-ку, кстати, фиксанули, она реально топовая стала. Вот, обычная М-ка есть тоже, со скинами Open Cup и все, только скин Open Cup и золотая пара, это я уже рассказал в прошлом видео про мой склад. И, в принципе, все. Что касается пистолетов, у меня... появилось ничего из донатных пистолетов, ну, револьвер только появился, 2R8, вот, на него есть у меня три скина, это Open Cup, Радиация и Якудза, то есть только три скина, вот, но мне, в принципе, больше не нужно, я вообще иногда даже без скинов играю на оружие, потому что они меня начинают бесить, вот, что касается ножей, то у меня только нож бабочка из донатных есть, по-моему, есть еще тактический топор, вот, есть нож Боби, я его открыл, и тесак, физический топор, то есть, вот, все вот это вот у меня имеется. Больше медната вроде нет, да, больше нет, вот, то есть, топор стужа, тесак, как-то так вот, что граната, думаю, это вообще никому не интересно, тут всякая дефолтная хуйня. Типа, кстати, надо смог поставить, не забыть, давайте купим смоков себе 100 штук, вот. Ну, давайте перейдем к снаряжению. В снаряжении у меня, на мне надет шлем штурмовика Спектра Гамма, питон, есть перчатки Спектра Сигма, вот, и армейские боты, типа, есть также ботинки штурмовика Спектра Гамма, вот, но, типа, вот как-то так. Что касается класса медика, то у меня есть золотой МАК-7, то есть из доната вроде у меня есть САП-6, ого, иний, то ботинка красивый, кстати, давайте посмотрим, что это такое вообще. Бля, не, ну секс нереальный просто. Вот так же у меня золотой ускон, я его в прошлом году еще выбил. И, в принципе, все, то есть золотой Максим, золотой ускон. У меня ни одной пушки на медика нету, не золотой. То есть я цыган ебаный. Ну, без следа я рассказал. Деф у меня вот такие портативные. И аптечка тоже парамедика. Вот, то есть как бы все так вот как-то. Так что, касается снаряги, это Спектр Гамма у меня. Шлем Спектр Гамма, это бронежилет. Спектр Гамма перчатки и ботинки Атлас у меня. Заметьте, в основном играет он на РМ, как там, не по опенкапу, потому что мне похуй на этот класс.
А что касается инженера, это шлем инженера Спектр, Варан, перчатки инженера Спектр Гамма и армейские боты. Вот, это вот в чем я как бы играю. Что касается оружия, то я играю с Крисом, у меня есть только Крис донатный вроде из доната. А, дезерты есть у меня еще, но я играю с Крисом, есть Ханнибаджер тоже. Ого, попушал 41 даже навсегда есть, прикольно. Я не знал просто. Вот у меня есть Крис, есть только один скин, это скин Синдикат. Мне он абсолютно не нравится, надо, кстати, купить себе скин Гидра, он очень красивый, прям вообще, типа, сас нереальный. Типа, Гидру мы брали по-королевски смотрится, я его купил на Кракен на класс Снайпер. Вот, и самое интересное, это класс Снайпер, мой любимый класс, за который я играю, мне кажется, 80%, даже, не знаю, 90% времени. Мое любимое оружие на данный момент это Кракен. Вот, он у меня в камуфляже Гидра. Я купил камуфляж буквально 2 дня назад. Очень мне он нравится. Просто этот вот глаз, который... Это просто... Также у меня есть камуфляж Фобос. Вот, но мне Фобос очень, типа, не нравится. Он какой-то стрёмный. А вот класс... скин Синдикат прям вообще секс нереальный. Мне прям очень нравится скин Синдикат. Но сейчас играю с Гидрой. Также у меня есть Ремингтон МСР. Но, как бы, ого, даже камуфляжи есть у меня какие-то на Ремингтон МСР, давайте посмотрим, я даже не знал. Вау, бля, круто, круто, Басарони это очень круто. Вот, что у меня еще есть? У меня есть скаут еще, стейр скаут, у меня есть скин на него. Скин у меня есть Open Cup Season, все, и есть, как бы, бушмастер еще обычный со скином Open Cup. Есть бушмастер в скине Стужа, и есть стейр скаут Стужа, также есть Эликс Магма. Вот, очень топовая пушка, я прям, блядь, не знаю, вот мне так нравится X-Mag, не знаю, вот прям вот, ах, прям, не знаю, блядь, обожаю X, это очень топовая пушка. Мне кажется, у меня самое любимое оружие на аккаунте это X-Mag. Также у меня есть DSI, я выбил за короны вроде, ну, я с ней ни разу в жизни не играл. Вот, есть Orsist 5000 фобосов всегда, HNK G28, тоже ни разу не играл, но вроде тоже считается донатом. Вот, но я с ним ни разу не играл, потому что, ну, что это такое, типа, нахуй мне с этим играть, это же вообще пиздец. Это ебаная имбень, блять, и нахуй надо. Вот. Чем еще есть из такого доната? Да ничего, по-моему, Салта ЭВМ есть. И, в принципе, все, больше у меня ничего такого нет. Есть обычная X. На обычном X есть скин, как бы, Open Cup-овский. То есть, вообще, секс нереальный. То есть, видите, да? Просто, бля, как же... Я как вспоминаю, как с ним играл, пиздец, у меня аж мурашки по коже. Просто офигенный скин. Вот, очень красивый. Правда, он, конечно, является полной пародией на скин Азимов, но ничего страшного, как бы. Зато красивый, зато красивый. Ну, в принципе, все, больше у меня на снайпера ничего такого нет. И давайте перейдем к классу сет. У меня здесь есть снаряжение за все навсегда, ну, как и у всех. То есть, ничего интересного, сет хуйня ебаная, ненавижу сета. А что касается статистики, у меня она сильно ухудшилась за этот год. У меня прибавилось кучу поражений в PvP. Потому что я снимал в столе очень много разных челленджей, и просто нужно было сдаваться там, и да мне, в принципе, как-то уже на это стало похую, типа. Типа, я не гонюсь там за победами, у меня вот 6 тысяч побед, 2200 поражений, как-то вообще похуй, типа, я даже не задумываюсь об этом. То есть, что касается варбаксов, у меня 216 тысяч. Я, кстати, купил себе, кстати, ребят, забыл сказать, на штурмовика, я себе купил золотой вал, как видите, да, то есть, вообще, я крутой. Так, перейдем обратно к данным. Вот, что касается прерванных матчей, это 71, это 0%. Вот, то есть, я еще не прервал даже 1% матчей. Вот, лучший серебрист 103, но я уже рассказывал, почему это я фармил там с моим другом АФКшников на ангаре, они просто стали АФК, я фармил, типа, там, ну, я это один ангар сыграл, то есть, на мой стату это сильно не повлияло, грубо говоря, и это было очень давно. То есть, стату у меня 1.606 тоже очень сильно понизилась, но мне как-то похуй вообще сейчас в последнее время на стату, я, типа, не то чтобы не похуй, я вообще на нее даже не смотрю, я первый раз сейчас вижу, что у меня вообще стата 1.606, вот. Что, кстати, классов, любимое оружие у меня это... АХ-308, я, кстати, за Седа вообще не играл, прикиньте, за Седа ни одной катки даже не сыграл, Седа уже больше, блядь, почти полгода ему, а я до сих пор ни одной катки не сыграл, охереть. Вот, любимое оружие у меня на инженера это Крис Кастом, то есть, потому что я за него играл в турниры, в свое время я там реально, блядь, с него зажигал пиздец. Любимое оружие на штурмовика это Беретта, вот, и на медика остается Максим, так бы, за медика редко играю, в основном я играю сейчас за инженера и за Алика. Вот, так что это мой любимый класс. Ну, а X, как видите, навсегда в моем сердце, и он у меня как бы не меняется. Что касается достижений, что есть нового? Ну, во-первых, мне дали 5000 за обычный револьвер, дали 10к за Крис, вот, есть тоже 5000 за Крис, вот, тут ачивка про лиги у меня, вот, кто не знал. Есть также ачивка мастер лиги, Wildcard есть,
Также есть ачивка за победителя Challenge Cup. То есть это то, что я выиграл, победил как бы турнир Challenge Cup и дали вот этот кружочек. Вот также здесь 10 000 на Мак 7. Быть задрот, пиздец, конечно, вахуй. 2500 за штер скаут, тут, наверное, у всех есть ковый скаут, есть 2500 за стужи скаута, ой, это пистолета. А 10 000 бушмастера у меня набито, 25 000 на AX Magmu, 2500 точнее, 2500 на AX Magmu есть, кстати, прикольная чивка в плите. Я, пожалуй, так вот сделаю, так, оп, все, красота. А, не, еще можно пролив поставить, вау, нереально красиво, вот. Также есть 10 000 на Кракена, у меня на Кракена, по-моему, было, на Кракене было 1012 набито, вот, на медаль для чифа за 10 000. Вот, и тут всякие нашивки, блять, за первую лигу, но мне, я, типа, одну лигу какую-то проебал один раз, мне, короче, дали корону или что там такое дают. 25 000 на скаут, 10 000 на скаут, но на скауте я набил 25 000, тоже старые ачивки, вот, это 10 000, 25 000 на берету я набивал, вот, тут, ну, как бы, все остальное дефолт, но 25 000 на X я набил, естественно. Вот, ну как-то так, то есть, вот я почти даже АК-12 уже добил, хотя я с ним вообще не играю, типа, я его даже, у меня его навсегда нету, но из-за того, что я его бомжевал, просто пин-код на один день покупал, у меня вот почти набит золотой, ой, обычный АК, типа, 12-й. Вот, также у меня почти 5 000 на Ремингтон, ебать, навал у меня почти набит, охереть, я в шоке. Ну как-то так, то есть, в принципе, вот, ничего сильно так за год не поменялось на моем аккаунте. Кстати, могу бы похвастаться лишь тем, что на моем аккаунте уже 1145 мозголомов. Типа, прикиньте, реально, 1145 мозголомов, это пиздец, типа, мне кажется, людей даже, которые по ВЕ играют, у них столько, блядь, нету. Типа, вот я хочу набить на ачивку до того, как я съебусь из Warface, не знаю, как это будет. Хочу до 2500 мозголомов добить, потому что это просто, это будет пушка, нахуй. Прикиньте, 2500 мозголомов на ПВП. Это ж чисто ПВП, у меня на ПВЕ, типа, вот, даже если мы нажмем, у меня на ПВЕ класс недоступен. Типа, я ни разу даже на ПВЕ не запускался. Вот, как-то так. Ну что ж, ребятки, на этом обзор моего аккаунта и склада подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, предлагайте свои идеи, что вам снять в комментарии. Всем пока!